Одинцовские единороссы присоединились к масштабной региональной акции «Наш лес, посади свое дерево» в рамках партийного проекта «Чистая страна». Вместе с сотрудниками теруправления «Большие Веземы» они высадили молодые ели и березы на площадке возле дома номер 1 по Петровскому шоссе. Об этом рассказал депутат Совета депутатов Одинцовского городского округа от партии «Единая Россия» Владимир Семин. Напомним, акция по высадке деревьев стартовала по всему Подмосковью 7 сентября и продлится до конца месяца.